Доброе утро всем тем, кто уже проснулся и героически собирается на работу этим жарким летним утром. Все о погоде расскажу вам прямо сейчас. Итак, в Петербурге восхитительное летнее утро. Жара никуда не делась, на термометре около 25, а днем синоптики обещают нам 29 градусов жары. И мне кажется, это еще не предел. Также не напророчили нам легкий северо-западный ветерок, который будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду, и дожди, и даже местами грозы. Поэтому зонтики смело берите с собой, ведь как учит нас всех, с вами Юрий Владарич, зонт под рукой, в душе покой. Это мы все усвоили твердо. Солнце, которое уже очень сильно припекает, зашло сегодня в 5 часов 39 минут, а зайдет в 10:30 вечера. Конечно, белые ночи остались далеко позади, но и до долгих осенних вечеров нам с вами еще очень далеко впереди. Целая треть лета, целый летний месяц август. И тем, кто собирается провести его на природе, я расскажу о погоде в Ленинградской области. В Бокситогорске 31 градус тепла, в Кронштадте 26, в Зеленогорске 27, в Приозерске 26 и в Токсово 29 градусов тепла. Во Всеволожске 22 градуса тепла. Температура воды в Ленинградской области тоже 22 градуса тепла. Она отлично прогрелась и вполне пригодна для купания. Так что советую вам не терять времени даром. Влажность воздуха сегодня будет 80%, а давление составит 754 миллиметра ртутного столба. По тропиночке идет золотое лето. Переходит речку вброд, птицей свищет где-то, ходит, бродит по росе, по цветному лугу, носит радугу в косе, заплетенный туго. Стихи Николая Сидорова. Ну, у нас сегодня 2012 год, а самая холодная погода 8 градусов была в 1900 году в этот день, а самая жаркая плюс 31 в 2003 году. Мне кажется, сегодня мы с вами этот порог перешагнем, потому что сегодня на дворе 31 июля, вторник, нам синоптики сулят 29 градусов, жару, грозы и дожди. С вами была Лиза Бондарь. Берите зонтики и удачного вам дня!